Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Венгрию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо она появляется в верхнем правом углу. Всегда смотреть лучше с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра! До него не доживу. В смысле, тебя забирают, что ли? Да, венгр. A lady's imagination. О, демократию открыл. Берем. Так, а есть тут, а, новый курс, ладно, новый курс тогда. Франция сделка. Слушай, ну целый дун он отваливается. Я его даже удержать не могу. Ну, я там ничего не делаю. Да я его снесу тогда. Он, Наси, в принципе, бесполезный. Здесь нету ни алюминия, ни вана, ни нефти, ни угля.
Да, что с этим бомбардировщиком делать? Know your own happiness. Я сюда встал, еще могу тут грабить кампус, блин. Блин, нон-хост. Ну. Слушайте, а у нас вообще есть смысл продолжать? А кого ты считаешь победителем? Тебя. Ты забираешь корейца, который, я думал, будет тебе сопротивляться. Я сомневаюсь, что я могу забрать корейца. То есть я, конечно, забрал этот его город Сувон. Но я не могу перебросить туда все самолеты. То есть это вот я просто достаю до этого города, я его забрал. И по идее корейцы все-таки должен русские забирать. Я не знаю. То есть я не знаю, как мне дальше, например, корейца атаковать. Я не могу его забрать дальше. То есть только если я в Сувоне построю аэродром, там, знаешь, но он по идее, Сувон следующим ходом обратно отбивает. Так, все они археологические. Молчу о том, что он... А, нет, не отваливается. Странно.
Что-то ты обещал, мистер Ди, тоннели сделать в горах. И ничего не сделал. Да я посмотрел, а нет гор, в которых можно было бы сделать. Полезных, через которые проходило бы нормально. Что-то обувь какой-то прям наглый город, слышишь? Такой наглый. Ну, мы договорились вообще-то с Инком тогда. Я ему сказал, что это поставлю. Ты все чиление не сдаешься, да? Вот это настрой, я понимаю. Кстати, а вот есть уголь в Корее, у Китая бывшего. Леш, мы будем продолжать союз? Я не против. Ну, если там русские вообще ничего не делают, если он выберет. Так я о том и говорю. Там уже 400 наук. Ну как бы да, ты забираешь меня. А ты француза не забираешь, да? У нас строил кучу танков, вышел в столеварение. Снести этот город, но просто не мог это сделать, потому что у меня всякие проекты надо в городах сделать. А ты разве можешь снести свой город? А нельзя? По-моему, нет. Свой город нет, если ты обратно твое вышел. Ага, все понял. Я думаю, что у меня эта фигня нет. Ну, если бы русские на Алексея не нападают, то да, реально, чё смысл тут? Все, признавайте, мы победу пошли. Я не думаю, что русские считают, что я тут победил. Вообще кореец впереди по науке. Как ни странно. В смысле впереди? Ну, открой техи. По технологиям? Ну да. Я просто все с бустами изучал по одному ходу. Я тоже много чего с бустами изучал. Не, я прям вообще все. Ну там только если кореец закидает ядерками. А у него есть ядерки. Да не. У меня просто нету. Мистер Эйди, может мир тогда? Я помогу тебе, если что. Я. У меня уран есть. Так а что, я не собираюсь с мистером Ди вообще воевать. Зачем мне с ним воевать? Ну, понятно, ты не хочешь ни с кем воевать. Нет, я скорее хочу воевать.
Рид всю игру за тебя что-то заступался зачем-то. Вот, мне кажется, ошибка Кореев именно в том, что он за Францию заступался. Вот это была единственная ошибка. Ну, как бы, хорошие люди так делают. Заступаются за Францию. Ну, не знаю, типа, не надо было выбрать какую-то сторону. Смысл мне занимать вас? Так его ж никто не захватывал. Нет. Ему просто мешали. А он пошел потом, смотри, с ним замирились, он сразу пошел Канаду забрал. Так хорошие люди поступают? Нет. Ну да, так хорошие люди поступают. Нужно мне бы как-то было отставание наращивать, нет? Точнее, как-то отставание свое немножко сужать. Просто если бы я был против него, тогда бы вы бы его быстро... Давайте территория Венгрии не расширяется под, под влиянием культуры. Венгры? Да. И 100% генерирует венгр. Ну, а такие так хотя бы интрига была. Такие. Караген, дашь денег, пожалуйста? Я тебе денег. Ну да, мне защищаться. Ну... От кого? Действительно. От... Ты ж вроде с мистером Диммер заключаешь. Ну, я пытаюсь заключить мир, но я не знаю, хочется или нет. Да слушайте, да что ж такое с этим Шанхаем-то? Что мистер Дим, мы мир заключаем или как? Слушай, давай заключим. Ай. У нас на следующий ход, да? Больно. Давай, может, культурные заключим, чтобы у меня не отваливались рядом. Я на ПВО прокачивал, да? Вот я дебил. По-моему, мои истребители посильнее были. А я зачем-то на ПВО прокачал вместо истребителей, я не знаю, что-то я дебил какой-то. Я весь уран обрабатываю, который у меня есть. Нет, 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 нет. Этот под этим. Ага, вот тут. Отличненько. Истребители тоже работает бонус поддержки. Еще он вроде много дает, больше, чем обычно видите. Надо отступить моими истребителями, это больно. Я хочу полечиться. Не хотелось бы их все потерять.
А Чунджу кто атакует? Я. А, окей. Так, быстрое развертывание. Это... Ладно, пошли в глобализацию пока. Ну да, тут утрачивает лояльность. О, я религию основал. Венгры наконец-то обрели бога. А, через мою священку, да, которую я строил эту игру? Нет, через китайскую священку. Я тоже мечтал забрать последнюю лигу. Не вышло. Ну, китайцы тут священных дофига. Ты примешь? Кожен вы! Так, Араген решил на меня не нападать все-таки. Он тут находится в Сувоне? Или он тут? Ой, там побережье топится. В центр коммерции, чтобы мне тут не сделали на дамбе всякие проблемы, это меня затопит очень сильно.
Вообще стыдоба художников так использовать. То есть ты посылаешь ничего не понимающего художника, типа, иди порисуй Сувон, да? И он такой, вау, круто. А там прибегают, короче, гусары, и ему весь его натюрморт в одно место засовывают. Нельзя так, нельзя. Опа. Вот это поворот. Что такое? Ну, Сувон отвалился по лояльности. Не возьмете, варвары. О, Бордо отваливается по лояльности. А Чан-Чан это твой город? Изначальный, да, он так называется. Мистер Ди. Какой? Чан-Чан. Да, да, мастер. Пустынные леса, хорошие. И одной, правда, пустыни нету, но название хорошее. Окажем помощь нашему брату русскому. Хоба. Хоба. Давай. Ой, реактивный бомбардировщик третьего уровня. Ой. Лучше я не видел. Инк предложение. И еще одно предложение. Ну, вообще, как бы, я тут не вижу другого варианта развития событий, кроме как победа Алексея. Тут... Просто получается, как будто корейцы с тобой, как бы, в этой игре. Что хотя получается? Как будто корейцы с тобой в этой игре. Его никто не стопает, его просто захватывают. Я его не стопал. Он сам как бы мне войну объявил. В смысле, я не объявлял тебе войну? Ну, я тебе предлагал мир несколько раз, ты отказывался. Почему? Не знаю почему. Я объявлял войну французу всегда. Ты у него в союзниках. Проходило 8 ходов, я тебе предлагал мир. Почему ты отказывался? Нет. Последний раз ты отказался. Ну да, потому что я планировал на тебя напасть.
Ну, вот, да. А потом на меня. С трудом отбиваюсь от твоего нападения. У Инка уже продвинутые бомбардировщики. Грустно. Да, так бывает. Мне вот тоже грустно за Чунжу. Да, хороший город был с Ураном. Боже, откуда у тебя тут танки появились? Француз. Откуда, как ты думаешь? Что это за гомосятина, не знаю. Вообще не знаю откуда. По океану приплыл? Я пришел в стоп от лидера. Нет, ну нет, я понял. Они через Инка прошли. Да я даже не видел. А у вас мир с ним? Понятно. Давно уже. Да. Все ясно. Но я почему? Как? Не добил. Шок. Хорошо, выманился танк. Да так нечестно там показывалось. Вот я иногда в шоке с этого. Сало великая победа, короче. Ну, типа, захватывает собор. И добивает класс. Кореец продлеваем. Да? На века просто. Союз. Ну, я уже труп тут. Ну, да. Да я тоже, на самом деле, что-то как бы. Да я говорю, я предлагаю закончить. Ну, а ты не можешь воевать как бы там? Нет, он в другую недавно... сторону, так сказать. У тебя алюминия много. Он недавно союз заключил. Я не могу в другую сторону. И у него уран был, то есть у него уже уран накоплен. Даже если я не заключал бы союз, он в этот же ход начал бы меня. Я больше скажу, у меня следующим ходом уже термоядерки.
Ну вот, о том и речь. Я ж смотрел за этим. Караген минус. Давай, Караген, мы тебе верим. Прям даже интересно, что там Караген такое готовит. Просто забавно, на самом деле. Здесь лидер в центре Кара. Но его как бы ему ничего никто не... Я не в центре карты. В центре карты ты как раз и француз. Не, я в угол. У меня угол там. 365 золота, караван. Ужас. Как так? Ну, разграбил. Мой последний юнит ближнего боя. Блин, ну что вы сделали? Моего этого шпиона выкинули. Получается, тут как бы корейцы долбят просто из-за того, что как бы он поддержал меня, который подошел, да. А я тем временем подошел к границам просто и попросил право прохода. Нормально играю. Ну ты видишь, что тут всех сагрил, всех подставил. Ну да, да. Жизнь, жизнь вообще несправедливая штука. Да. У меня все было под контролем, пока на меня осень на казака. Ну, ему надо было тебя забирать, конечно. Ну, в смысле, что-то хоть забрать. Видишь, он нормально сделал все, в принципе. Ну, так бы я, по сути, первый на карте вышел бы самолет, и кого-то бы забрал, либо венгр, либо инка. Ну, вот как ты бы меня забрал, интересно, просто. Ну, да, скорее всего, я бы тебя не забирал, потому что, типа, там горы. Ну... Либо я бы на саму Россию пошел, либо на инка с Франции. Я, типа, не знал, как. Ну, на меня тоже ты бы сквозь горы шел бы. А вот француза, да, забрал бы. Француза я бы не стал забирать. Как вы содержите такое большое количество танков, например? Откуда столько нефти? У кого? Ну, у кого угодно, у кого много танков. Я в этой игре дошел до танков без индустриализации. Ну, нефти действительно много на карте. То есть, если у тебя там, условно, пару этих месторождений, то... Немножко по старой стратегии я в этой игре сыграл. Когда люди до университета шли, короче, а потом в танки. Турк, на том месте турка я вообще поплыл бы в какую-нибудь сторону, бы что-то тоже делал, там как раз там Алексей на море. Турок вообще. Блин, так Челиня, ты и поплыл, так... когда у тебя скаута убили и всадника. А у нас еще турок же есть в игре. Да. Знаете, какой импакт турка в этой игре? Забрал у меня двух ученых самых. Ну да, да. Кстати, а турок-то неплохо идет. На самом деле, мистер Иди, если бы ты бы на меня не напал, я, скорее всего, пошел бы на турка. Ну так, дальше бы, на танках. Ну, когда у него там не было самолетов, ничего. Ну, сейчас, как бы, он мой союзник, который дает мне деньги. Единственный. Я тебе поэтому союз ты не давал, что я думал, ты на меня нападешь. Что? Я все ждал, когда ты на меня нападешь, так не напал. Так, а военный лагерь? Ну, потому что на меня напали как бы на этих... На самолетах. Три бомбера там, сколько там? Сколько там бомберов? Три было? Пять бомберов? Ну, вначале три было. Блять, столько танков надо нефть захватывать, по-другому нет варианта, да?
Нефть? Ну, у меня была нефть. Ну, как бы, да, нужно идти по нижней ветке. Вообще, про принцип игры. Вот я открыл нефть без месторождения. Значит, можно забивать на танк? Ну, да нет. Там, ну, вообще, желательно там 2-3. Ну, там с одной... Сколько идет? Две нефти же, правильно? С одного месторождения. Да. Плюс карточка. Ну, три нефти. Что за карточка? Ну, там увеличивает ресурсы на плюс один. В охране природы. Культурный цивик, охрана природы. Я понял. Оттава, короче, Шато Сити. Просто. Когда три юнита объединяются в арп. Ребята, можно 2 минуты перерыв? Они... Тыц. План на игру мне не удался, короче. Все, вопроса по развитию не будет, да? Зомби. Вопрос по развитию был у тебя вроде. Вот, допустим, 10 городов я заселил на старте. Вот у меня открыты эти пса, рынки и промышленные зоны. Как их лучше строить? Потому что я начинаю как-то смешивать все это дело и в итоге проседаю по всему. Надо упарываться во что-то одно. Ну, например, эти пуса или промышленные зоны, или деньги. Ну, я считаю, надо упарываться в то, что тебе больше всего дает бонус по соседству. То есть, у тебя есть кампус на плюс 3, на плюс 4 и на плюс 5, то надо его ставить обязательно. Если у тебя есть бонус соседства для священного места, то его ставь, конечно. То есть, а упарываться в один район точно не надо. Ну, понимаешь, это сложно советовать, потому что это все зависит от местоположения. Тут нету определенной стратегии. Да, все, ты идешь. Ну вот я какую игру уже постоянно стою под науки. И при этом я замечаю, что если я в какой-то момент начинаю строить кучу этих библиотек тех же, я потихоньку догоняю. И у меня, соответственно, возникает вопрос, а может быть мне сразу начать их строить, тогда я вообще не буду расставать? Слушай, ну посмотри, библиотека дает всего лишь плюс 2 науки. Выгоднее построить поселенца и город поставить. Нет, я имею в виду, когда этап, когда уже основное расселение прошло. Дальше там какие-то точечные города уже, там плохие места. Или плохой город, но с кампусом даже плюс на плюс 2. Ну, я в универсальном состоянии считаю, что лучше все-таки коммерческие в плане караванов, потому что караваны более универсальны. Но это знаешь, это общий совет. Это надо смотреть от своей территории. Вот я в этой игре больше строил кампусов, чем коммерческих районов. Потому что если как бы, у тебя кампуса сразу как бы на плюс 5, как бы ты можешь их поставить в ближайшее время, то как бы выгодно строить кампуса сразу. Именно если, так. Если кампусов у тебя там, ну, в ближайшее время там, ну, не будет, там, без правительственной площади, без всего, то смысла их ставить нет. Вначале. Хорошо, давай такой общий совет для кампусов. Если у тебя есть кампус на плюс 3 и больше, то ставь его. Если нету, то старайся расселяться.
А после расселения лучше тогда коммерческие районы делать. Потому что у тебя может быть золотой век, который будет тебе давать науку от соседства коммерческих районов. Если у тебя есть бонус, ну если у тебя все плохо вообще, типа у тебя нет ни места, короче, ни нормальной территории, то лучше идти там в военный лагерь какой-нибудь там и на мечниках там, или на лошадях, если видишь, что сосед, ну, слабый, то идти завоевывать. Вот. Не прошел пехотинец, да? Да как-то уже который юнит пытается. О! На контроле. Рок-группы стали играть. Челлини, ты опять культуры хочешь победить? У меня нет сейчас рокеров. Я еще не вышел. Кто играет тогда? Кто играет тогда? Русский ты, что ли? Караген, может? Ну, слушай, Караген, у тебя вообще без шансов. Как бы поздно уже. Да. Поздно уже. Тебе нужно было в культуру как бы упарываться. Когда уже у человека 430 культуры, как бы, а у тебя 200, как бы, тоже. Не, ну я вижу, вот он привел рокеров, кстати, на мои кампуса. Ну это что даст ему там? Ну, 100 он наберет. Да, но у него 6 из 166, но это вообще без шансов. Ну фиг знает, у него 7400 веры. Ну ладно, хорошо, я сейчас поставлю карточку, что он не может у меня играть. Так он у меня играет. Я не буду ставить карточку. Я не буду ставить карточку. У меня ее нет даже. Плюс ума. Вот. Забрал я, короче, канадца и получил с этого 20 науки. Краген, советую тебе еще по океану влево идти. А где это? До Османа сразу. Да я видел, но они медленно. На самом деле, типа, когда вот я, ну, началась игра, как бы, когда я увидел канадцы, я уже, ну, я сразу шел по нижней ветке в эти свои уникальные юниты, типа, думал, сейчас там, блин, захвачу его и потом, короче, пойду на турка. Но это все замедлилось благодаря тому, что на меня пришли черные гусары, черная смерть, короче, и тут начала... Это ты все сам сделал. Слушай, ну, Челлини, перестань, ну, блин. Что? Ну, ты же сам призвал ее на свою территорию, эту черную смерть. Блин, где эта карточка на то, что они не могут играть? Какой этой? 12 рок-групп много могут дать? Да, если ты их нормально используешь, то да. Где карточка, блин? Ему было хорошо. Подождите, где карточка, скажите мне? Нет, так паузу нельзя ставить, типа, из-за того, что как бы, не можешь что-то на лицо, как бы, камон, это нечестно. Хорошо, давайте проголосуем, что Караген победил, господи! Давайте, у меня вот будет какая-то проблема, типа, вот я не могу выйти вверх, например, вот я поставлю паузу и буду, короче, такой, блин, ребята, подскажите, сейчас вот остается 30 секунд до конца таймера, ребята, как выйти вверх? Так я не знаю, может, меня не слышите, вы можете сказать, я не буду тебе подсказывать, так учили, скажи, ты мне не будешь подсказывать. Космическая гонка. Точно, вот она. Да. Точно, космическая гонка. Да ё-моё! Да? Что произошло? Да я не могу, то есть я в ноль сбил его полностью город, и у меня влетает туда юнит и умирает просто. Не берется Корея. Бессмертная. Бессмертный полк. У Мастина вообще был план меня на этих снести, короче, на своих уникалов. Вообще, можно сделать вывод, что все пошло по пизде, когда он у тебя в этой катке. Когда он у тебя забрал это. Не ругайся. Извиняюсь.
Что забрал меня? Аванпост. Ну, да, 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 вот тогда. Да, да, и как бы у меня все пошло очень медленно. Так. Короче, виноват Майзен. Да, да. Ну, как бы, я выходил, если я бы вышел монументальность, как бы, у меня там, ну, хотя бы какие-то рабочие там были, халявы, там, немножко там. Блин, сколько тут нефти у меня. Давай, Карагин, играй в меня полностью. А там, блин, там слышно было, да, что играет рок-концерт? Ну, это так, ну, тоже палевно, как бы, почему? На весь мир слышно, блин. Почему нельзя какую-то закрытую тусовочку сделать, типа, ну, знаете, ну... Что на весь мир? Подожди, что слышно? Рок-группы. А, ну да, кстати. Нет, я считаю, это баг. Это баг, я вот 100% уверен, что это... Еще просто... Ну, все слышат, что реально, ну... Причем я тоже так подвел их со стороны Китая. Я не слышу ничего, потому что я не слышу звук телевизора. Честно, на наушники. А я, кстати... Не, слушай, да, знаешь что, я даже... Я следующим ходом уберу эту карточку. Я просто вот уверен, что тебе не получится. Даже без... Я уберу следующим ходом карточку. Я уверен, что ты все эти группы сыграешь, у тебя не получится культуру победить все равно. Это слишком... Это слишком просто. Слишком поздно и... Плюс еще много туризма пассивного я забираю, смотри, у меня больше пассивного. Пассивно я победил. Давайте проверим ради интереса. Ну, я вот уберу сейчас карточку, да. Челлини взял и забрал обратно Бардо. Ну что это такое? Челлини, ну ты нормальный вообще человек. Творите. Ну надо хоть что-то делать. Когда я обнаружил, что на моей территории не оказалось урана, ну, мне здесь смысла вообще никакого не было, поэтому я пошел на культуру. Ну, потому что по-другому, но никак. Убрал карточку. Все равно мистер Идел сейчас отвалится, поэтому не волнуйся. Да тут Корея никак мне не дается. Ну что, куда я термоядерку кидать, кореец? Не надо. Зачем в меня? Не, ну надо. А почему не в меня? Я жду термоядерку. Вон в Россию кидай. Да вообще, блин. Он задолбал. Ну смотри, сколько ты тут играешь? У тебя 5 групп, да, будет сыграно, как минимум? 1250 туризма. Ну это мало, да. Инк издевается над моими кореянками. Кидай в него. Просто ходит. Даже боюсь представлять, как издевается. Мистер Изи вообще не ту сторону выбрал в этой игре. Как бы если он выбрал бы правильную сторону, игра бы совсем по-другому бы сложилась. Нет, на самом деле, если бы ты не пришел своим скаутом, я бы просто мистера Ди забрал своими гусарами и все. Тем вот более, подо мной были все ГГшки, которые он сузил бы, получал бы бонус. Ну, на самом деле, мы могли бы просто мистера Ди распилить, как бы. Я думал об этом. Ну, как бы. о чем я сказал с самого начала. Мы могли распилить мистера Ди, но вместо этого ты зачем-то выбрал... Я не портил с тобой отношения, как бы. Короче, я просто предлагаю зрителям, вот они будут смотреть когда-нибудь эту запись, и вот сейчас они могут написать в комментариях, портил ты отношения со мной или я с тобой испортил отношения. По-моему, в моем представлении, если ты приходишь скаутом к соседям, которые находятся от тебя очень далеко, и у них есть поселенец, и ты изображаешь, что... Не хочешь с ними дружбу и захватишь поселенца, если ты что-то не получишь. Я не изображал, это... я хоть что-то сказал про твоего посела. Ничего не сказал про твоего посела. Ну ты потребовал проход. Ты потребовал проход, правильно?
попросил я проход. Это... Войну я бы тебе точно не объявлял как, в этой ситуации. Ну, это фиг знает. Тебе была предложена дружба. Я попросил проход. Тебе было отказано, сказал, ну тогда зачем, нет. Зачем как бы дружба, цивилизация, которая как бы находится, ну, не близко. Ну, чтоб поселенца он не захватил. Это... Как это называется, забыл слово. Ну, уверенность, как другое слово. Надежность. Нет, ну... Вот то, что мы заключим дружбу, это уверенность в том, что ты мне не захватишь поселенца. Просто, знаешь, как типа как убили там Франца Фердинанда, да? Там, да, так же да. Блин! Посеял раздор по всему миру просто. Это что? Нет. Это вертолетик. Четыре. Это что, ты не убил вертолетик? На тебе за это. Нет! Все, я знаю. Умрите все корейцы, что. Блин, ну за вертолетик, слушай. Я за вертолетик. Ладно. Это мой любимый вертолетик был. Прикол в том, что у меня в Сувоне был ядерная ракета для тебя, та она отпала. Ну смотри, смотри, Караген, Челинью даже больше на туристическую победу ближе, чем ты. Да, да, потому что у меня монархия все врубила. Караген, торопись, сюда сейчас полетит ядерка. A bird came down the walk. Ну, сейчас попробую. Пока ты, знаешь, ты такой сейчас дойдешь там до 150, и потом совет, да, кто-то лунную экспедицию запускает. Совет даю. Плюс один ну, плюс один ход на дружественной территории, поставь карточку. Да, быстрее. Тоже хорошая идея. А где она находится? Ну, как бы, это must-have карточка вообще. Блин, не долетает ядерка до корейца теперь из-за Савона. Сейчас, короче, прикол то, что в моих городах, короче, официально, типа, было. Да, и что-то они вообще теряются. Вообще, мне кажется, лучше у венгра играть. Как бы так он у меня и играет. Он у меня играет тоже. Тут у него 5 групп. Просто всю игру у меня монархия, короче. Ну вот, 13 управлений. Обогнал? Сравнялся. Боже, Челинья, такой вонючий танк у тебя тут ездит, фу. Так он хороший танк, он караван на 4-15 голды разграбил. Вонючий. Фу-фу-фу. Зато хотя бы один бомбер там ты держишь у себя на родине. Полицейский да бомбер. Да ты чё, я тут уже не особо. Вообще там есть где-то карточка, чтобы игрок группы повышали, ну, выбирали повышение. Это на имбо. Это она в конце, да. Ну, да. Он выбирает повышение сразу при рождении. Нет, ты случайно из трех вроде. Там прям любое. И ты всегда берёшь на компуса и любое. Прям очень легко. Делаешь. Только прикол в том, что как бы если ты уже купил рокера, как бы поставил эту карточку, то на него не будет работать эта тема. А где? А если ты рокера, как бы... Она уже там в конце где-то сейчас. Блин, мне кажется, надо скорее. Она уже там в закрытых, короче, технологиях. Скорее эти. Разве? Делать. Да, на закрытых цивиках находится. В компусах, как их исследовательские гранты, потому что я хочу вот этого ученого. Стефани Кволик. Ну вот, надо было на щеку карточку поставить. Плюс 50% туризма для цивилизации, которым вы проложили такого пути. Да не, да не поможет. Ну это, слушай, ну это очень мало. Я вчера тоже это все ставил. Я там забрал даже там торговцев на плюс 10 туризма от компусов, там плюс 10 туризма от...
Послушай, вот у Челлинио во вчерашней игре вот сейчас было там, грубо говоря, ему не хватало 20 туристов. У тебя не хватает 170, ну 170. Ты просто без вариантов уже. Ну а что делать-то? Вот так. Success is counted sweetest. Хоть что-то делаем, да? Сейчас будет у меня четвертая военная карточка в монархии, если я построю Альгамбру. А у турка, получается, прохода к русскому и венгру вообще нету, да, там, как бы, по суше? Да, у него какая-то вообще такая прикольная сосиса. Ну, там есть проход, как бы, между китайцем и... Нет, море. Только через... Вообще зашибись бы, да, прям? В смысле? Так турок... Турок просто на вашем краю, ты, мы ж на Пангее играем. У него нет вообще никого... У него проплыв, если только, через океан. Понимаешь? Или ты про китайца спрашиваешь? Ну, да. Ну да, вот между китайцами, я думал, там типа есть проход какой-то там. Но тут да, у них получается вообще только вот один сухопутный путь, как бы. То есть на канадца ему можно было только нападать. Франция. Ну, на меня, как бы. Просто еще, как бы, канадец, он вообще как-то уступил мне, как бы, два места. Под Пьетро, вот город. Тулузу уступил, Ля Рошель уступил. Столица в 4 жителя. Ну так тут Петра-то стрёмная на самом деле, там холмов нет почти. Ну да, ну хоть какая-то. Ну да. О, Христос Искупитель. Построил статую. Искупит ли он наши грехи? Корея что-то превратилась в какую-то прям Корею 40-х-50-х годов. Он не ту сторону выбрал, мне кажется. Просто не ту сторону в конфликте. Не, ну как бы. Всегда респект, как бы. Респект он не потерял. Так можно было и респект не потерять, и не проиграть. Не, как бы, ну, респект можно потерять только если не мою сторону выбрать. Окей. Удобно. Так, я там дипломатически случайно не побеждаешь у меня? 9 из 20, нет, это много. Слушай, вот твои художники все пытаются савон зарисовать. В этот раз я их из вертолета расфигачил. Ты не против? Ну, против, осуждают. Это ты зря. Алексей вообще какой-то прям мультирелигиозный и православный. Иудей. Да, иудаизм и картошка. И картошка. Нет, и картошка... атеист еще понял. Да. Картошка я по жизни, просто, конечно. За это нужно давать 5 очков дипломатической победы. Кстати, да. За то, что ты даешь жить всем. Другие. Как это, как называется религиозная свобода, как она там, терпимость?
четвертый цивик, кстати, был такой цивик конкретно. Тебе за каждую религию давало счастье в городе. О, через 23 хода Караген победит. О, да. Ждем. Не, нафиг, короче. Блин, они дохнут, как, я не знаю, как мухи. Ну да. Ну да. Ну просто 7 рокеров. 7 рокеров сдохнут. Ну да. Они не дохнут, они расформировываются. Они, понимаешь, какие они бездарные музыканты? Ну, 8. Да. 9. Ну, блин. О, 9 осталось. Ну, хоть что-то. Ну, как бы тебе нужно сыграть, ну, где-то на концертах 7 на 20 тысяч туризма, и тогда ты выиграешь. Не, ну, они там какие-то подметки используют. Сорок пять промки в столице. Блин, а я являюсь кем-то вообще сюзереном хоть одного? К чему я стремился всегда? А, да, к охоке. Там роботы пошли уже. Где? У тебя. Так такой еще строится, они что, никуда не пошли, подожди. Пока только строятся. Из 20 рокеров осталось 5. Ну это капец. Тебе надо брать прокачку не на уровне, а на количество туризма. Да, там я считаю. Тысячу. Ну, да, именно. Ну, вот, да, пускай дохнут, но зато куча туризма дают. Ну вот они и дохнут. Не, у тебя уже просто поздно. Ну, то есть это реально поздно. И у тебя для этого еще должно быть хоть какой-то культуры своей, как бы к этому моменту. Ну, просто сам факт, что ты используешь рокеров, а Челиньо там без всяких рокеров больше тебя имел туризма. Это Сувон из рук в руки ходит. Там уже один житель. Тот в борделе работает. Да ну, все. Подохли почти все. 3 осталось. Ну чё, сдаешься? Да. Ура! Не, ну если бы у меня на территории тогда уран был бы, то я бы еще хоть что-то там поделал бы. Официально нет урана на территории урана. Нет, у меня ни урана, ни алюминия почти не было. Только одна клеточка с алюминием. И одна клеточка с углем, и то это у китайца. Больше ничего не надо. Печаль. Капец, ты священки и так на плюс 7, забафал их еще ППшкой. Посмотрите, 4 священки вокруг ППшки просто. Так это нормально. Ну, я посмотрел. Но почему-то ЦК, например, ты поставил не на реку. ЦК у меня стоит, ну, оно поздно вставало, поэтому я поставил туда, куда поместил. А ты ученого на священке забрал? Нет. Нет, я забрал его. Да, я активировал его в Оттаве, где священка на 2.
Тебе надо к этому моменту просто копить веру и покупать его. Короче, Челлини в этой игре нагадил всем. Да вообще. И даже в конце рок-группы мне не дал победить, потому что у него много культуры. Нет, почему? Культуры-то не у меня много. Посмотри, у кого много культуры. Не знаю. Алексей тебе мешает культурой победить, смотри. У тебя туристов больше всего. Понятно, но как бы не дает тебе победить кто? У кого 175 очков, как зовут? Алексей 174. Надо ж кого-то назвать, вот пусть будешь ты. А, ну понятно, конечно, да. Не, ладно, кину уже термоядерку, блин, сука, терпеть можно. Спасаем художник. Летит, да, летит. Да, венгры. За применение термоядерной. Пантонал термоядер. Пожалуй, пантеонов в столице построил. Ой. Монумент. Инки только сейчас Галапагосские острова обнаружили. За что? Будем в космопорте играть. 720-556. Нормально. Чего? Ну, наука, культура. Я тут куплю стреляющий юнит. Кто он тут должен быть? Пулеметная рота. Ванжу кинули термоядерку, а она в экстазе все равно. Да, обмазываются ураном, это уже знаешь такое. А у меня всю игру минус один довольствие, не знаю, как это исправить. А кто Колизей построил? Ты? Лёш? Да. Нет, я не строю. Да-да-да, в этом, где-то в Корее он там не увидел. Я вообще так хорошо начал, у меня прям все чудеса были важны. Да,
Чили не же там ворвал у меня чудеса. Уводил. Ну, у меня самые такие беспонтовые. Ну как, оракул, который мне как бы не пригодился. Не, вообще не знаю, зачем топ устроил. Ну, как бы я отчаянно пытался выйти в век. Я понял, что это не надо было делать. Куда-то кто-то едет. Какая-то скорая. Очень, да. О. Великий художник прибыл. К вузу. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Это даже больно. Эй, рокера убили. Ой, тут умрет вертолетик. Четвертый прокачки. Опа. Опа. Опа-па! Опа-опа-опа-па! Все, нафиг, Кирилл Алексей. Ручили. Все, голосуешь за меня? Да. Ну да, в меня термоядерки. Че, ни разу не видел? У меня, короче, только две экономические карточки и четыре военных. Такой топ просто. Ну ладно. Всем спасибо. Не, ну я же тебе говорю, это очень поздно. Ну посмотри. Ну, ты даже четверть только набил. Я понимаю, но когда у меня не получилось захватить Корею... И я увидел, что у меня нету ни урана, ни угля. Собственно, и алюминия тоже. Но у меня вариантов никаких не было. У меня было 10 тысяч веры. Я подумал, ну мало ли. Ну да. Тебе, кстати, можно было попробовать религии победить, потому что в один момент я смотрел, кроме твоей религии ничего больше не было. Я думал об этом, но, во-первых, мне очень далеко плыть до того же Саладина. То есть там в смысле, далеко плыть, как бы там близко плыть вообще нельзя. Это тебе так кажется, да, на самом деле, мне очень далеко плыть там. А во-вторых, ну, блин, Лёш как раз взял эту религию, и я понял, что он сейчас себе тоже обоснует и... Не, ну это просто раньше надо было. А? Ну, а чё после драки кулаками махать? Не, ну нужно было выбирать какой-то вариант после того, когда у меня ресурсов нет. Ну да. Я подумал, ну пусть будет так, вот 10 тысяч религий есть. Ну, Вера, что-то делать надо с ней. Ну, плюс еще как бы у нашего альянса, так сказать, восточного альянса алюминий не было, а у западного альянса алюминий был. Да. Ну, кстати, алюминия дофига было у китайца. Мне кажется, если бы русский чуть раньше сориентировался и Китай захватил, у него был бы шанс. Я аж не видел его, этот алюминий. Я его увидел уже, когда я захватил Китай. Ну, вот эти три города. Угу. Я же в нефть шел. Так я понимаю, что алюминий ты не видишь, пока ты не откроешь алюминий. Но, в принципе, наверное, Китай все-таки надо было захватить. У тебя не получилось захватить Корею, у тебя есть армия. Наверное, стоит идти на Китай? Ну, там кагырка, как вот так ему бедному посидел. Ну, я как-то подумал, чего это? Пришел, посидел там 20 ходов, его вынесли. Вот, а Караген... Ну да, да, точно. А вот с мистером Ди, то есть я реально планировал на гусарах нападать на инка. И если бы не француз, я бы там напал, я уже там строил черную армию именно для того, чтобы на инка напасть. А в итоге пришел и пограбил мне клетки. Ну а что, ты бы ему помогал, понимаешь, вместо того, чтобы... со мной объединиться и попилить? Не, почему? Если бы как бы ты бы сказал бы, давай попилим, как бы я бы попилил бы. То что я как раз шел вот в эти свои. Так ты уже настроен,
негативно, видишь, вот с этим своим скаутом. А мистер Ди, наоборот, в этой игре был настроен позитивно ко мне. Так кого мне выбирать? Получается, понятно, что мне выгоднее именно с ним дружить. И так в итоге и оказалось. Вот, ну, посуди сам. Не, ну, в итоге-то да, ну, я согласен. Смысл? То есть пилить человека, который к тебе позитивно относится, зачем? Он потом поможет в игре в дальнейшем. А здесь вот ты и кореец оказались негативно настроены. Ты еще пошел Канаду захватить. Обещал не захватывать, пошел захватил. Сразу подорвал доверие к себе. Ну, в любом случае... Ура, я на следующий ход строю космопорт. Отлично. В любом случае, получилась веселая игра. Ну да. Ну, мне, конечно, повезло с местом, прямо скажем. Это, видимо, вот эти горы действительно инковские должны были быть, почему-то достались мне. Ну да, причем, судя по столице, как бы, они действительно в твоей территории, а не в моей. Кто-то кого-то подселил. Нет, не подселил, в том и суть, что у него столица в этих горах. Горах. И плюс у меня еще... Плюс у меня еще куча рек. То есть я мог ставить города так, чтобы у меня районы быстрее строились. То есть вообще прям... А я просто на равнине появился и играю. То есть тут, получается, с местом повезло мне, русскому и корейцу. Видимо, так. Но опять же, корейцу как повезло? У него гор нету. А зачем ему горы? А, точно, у него шед на холмах. У меня тоже было хорошее место. Запорол. Так а что ты говорил, ты вначале запорол? Что ты сделал? Ну, я не вышел век и поставил правительственную площадь первого района. Когда так нельзя никогда делать. Что сделал? Ну, я ППшку, видишь, поставил вторым или первым районом, я не помню уже, типа, вот, чтобы забафать три кампуса сразу. И театралку вот эту, которую и хотел, ну, типа, театралку ранее. Но в итоге как-то в столице еды не было, как-то все фигово было. Районы вставали медленно. Не, мне вот это вообще храм Артемиды, я считаю, что я выиграл за счет храма Артемиды. Потому что он мне столько еды и счастья дал в столице. Ну, смотрите, у меня столица 27. 27 это население города в пятой циви, но не в шестой. Что вообще росло, как на дрожжах. Ну, там. Хотя, в принципе, место такое себе. Куда мне еще было? Какая-то пустыня, какие-то равнины. Вот этот Нант город вообще какой-то, ну, он был без промки почти всю игру. Вот Лион хороший город. Бордо тоже только под Акведук город. Амбуаз такой тоже без промки. Кстати, а кто-нибудь строил еще Артемиду? Я хотел построить, но ты уже ее поставил. Мне негде было. Блин, у тебя так русски красиво. Конечно, эти лавры все стоят в тундре. Я бы рашил Артемиду, если бы не увидел библиотекаря. Если бы что? Если бы не увидел библиотекаря. А, ты хотел его именно забрать? Ну да. Ну ты же не можешь и то зарашить. Ну да, да. Ну я как-то считаю, что вот этот вот, ну, ученый на библиотеке, хотя, наверное, ну, в начале игры, да, он типа полезный. Не, я считаю, только на плюс 4 классные. Вот эти остальные, ну, дали тебе отлично. Не получил, ну, если кто-то другой взял, то есть это не прям такой офигительный бонус в начале. У тебя библиотека либо плюс 2, либо кажется, плюс 3. Мне кажется, не обязательно же было. Или ты читал на библиотеке, ну, ученый? Один раз. Ну, один. Мне кажется, вообще не было смысла читать на него. Потому что ни у кого не было раннего кампуса. Я что-то испугался, что кто-то тоже будет делать так.
на верочку. У тебя как бы кампус дешевый, как бы в начале. Ну, зато мне этот библиотекарь дал возможность потом кампуса не строить и строить чудеса света. Я забрал все чудеса света ранее. Ну, вот такие типа Ападану, горный, как вот Мачу-Пикчу, запретный город, Колизей. Что-то не особо тебе это помогло. Ну, да. Леш, ты сколько? На самом деле ему не повезло, просто что у него не было алюминия, на самом деле, ну, кореец. В столице 250. Я так считаю. Хорошо. 250, но это с... Раз, два, три... А, с четырьмя всего. С четырьмя караванами. Нифига себе. А чё это у меня так много тут тогда? Ну, у тебя рурка там. Ну, рурка это ж процент добавляет. Ну, да, но тем не менее. На 10, считай, промышленная зона, 9 специалистов там. Ну, в смысле, 9 производств от специалистов. 27 жителей, да. Артемида, конечно, если ее можно построить. 8 сразу 4 кампуса. Не, да, там 4... это топовая. Она даже не на довольство, типа, полезная, типа, не за довольство, а из-за 4 еды, типа, и 4 жилья вначале. Да, вот. Да, да. А, ну так мне... Есть. Подождите, шанс, мне в Буде... О, туризм! Зря ушел. Мне, кстати, 40 Почему? Производства в городе дает ваши входящие пути еще. Туризм от шедевров удваивается. Давайте проголосуем за это. Да, я уже вышел. Ну вот. А чего ты там говоришь, я рано вышел? Там голосование в Конгрессе удваивается туризм от шедевров. Да, я все равно не помогло. Даже если мы проголосовали, да, я все равно бы не смог. Слишком мало туризма. У меня 574 культуры. Это просто запустить еще эту... Нет, ну, в этой случае, наверное, если бы, допустим, играл бы Кагырк с самого начала, да, то мы бы его, естественно, не смогли бы забрать. У тебя бы, наверное, столько культур не было бы. А что это тут? Какая тут у китайца культура вообще? Откуда? Ну, у него была. У него одна здесь театральная площадь. Ладно, спасибо за игру. Спасибо за игру, всем да. Пока. Спокойной ночи. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!